Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители. Итак, когда я показывал, значит, обогреватели экономные, рептилоиды там, значит, скалили зубы, типа, рукой потрогал, она не греет, там лампочка, значит, нагреет до 10 градусов. Вот сегодня я решил все это замерить заново, то, что показывал до этого. Вот первое — это коробок. Есть такое видео. Значит, волшебный коробок для обогрева небольшой комнаты. Значит, смотрим. Показывает нагрев 70 градусов. Внутри него и нагрев поверхности вот этой 70 градусов. То есть вполне нормально. Вполне нормально. Далее. Также я провел замеры, не буду вам показывать. Вот на этой. На большой коробке с этим, с отражателем, что вчера показывал. Что показали результаты? Может, кому будет интересно. Сейчас посмотрим. Значит, что? На большом я мерил одной лампочкой. Ой, лампочкой накаливания мерил. Значит, 100 ваттка лампочка нагревает до 100 градусов, вчера показывал. Дальше. 60 ваттка нагревает до 80 градусов. 40 ваттка прогревает до 60 градусов. Галогенка вот в маленькой баночке прогревает до 70. 20 ватт. Итого мы видим, что все, что показывал про КПД, действительно КПД 1000 и выше процентов. Это доказал термометр. Спасибо, значит, товарищу Цельсию. Умный человек был, не то, что эти все там амперы с омами, которые все путают. Все напутали и запутали. И неверные измерения дают. Вот по градусам и надо мерить. Тут уже точно. И ошибки нет. 70 градусов Цельсия. Цельсий нам дает правильные измерения. Поэтому сейчас будем мерить все по градусам. Пока. Пока не придут батареи, а там будем на самозапит. То есть отцепимся от этой, от этого счетчика. Чтобы они не предъявляли там нам. И там уже будет видно, работает, работает. Сутки работает, двое работает, месяц работает. Вот это и есть самозапит. А не амперами ложными мерить. Градусами и смотреть, сколько, значит, потратили топлива, бензина, керосина, дров, угля. И сколько получили энергии. А также смотреть, значит, энергия если энергия не потребляется, зарядили батарейку, вот как и будет сделано. Первый заряд сделали, то есть прикурили от сети. А дальше она работает месяц, два, три, год, сто лет, пока она не это самое, не развалится нахер. Конечно, это не вечно, вечного ничего нет. Это можно назвать бестопливные варианты. Вот что сегодня я вам хотел рассказать. Большое спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, самое главное, железного. Исполнения всех желаний. Ну и, конечно, с наступающим вас Новым годом!